Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Мы сегодня находимся на территории Полюльвова, города региона Север. Он расположен на границе Пензенской и Рязанской области. Сейчас я стою рядом с полем подсолнечника, на котором были применены 4 технологии гербицидной защиты. В предыдущем видео мы показывали, как они работают буквально на 10-30 день после проведенных обработок. Сегодня мы покажем, как выглядят эти же участки уже на 70 и 40 день после обработки. Как вы видите, подсолнечник уже находится в фазе звездочки и скоро зацветет. По окончанию этого видео вы сможете сложить у себя представление о том, как работают данные технологии, как это выглядит на поле и в дальнейшем принимать решение, какую технологию уже выбрать непосредственно вам. Ну что ж, друзья, поехали! Сейчас мы посмотрим, что же происходит у нас на контрольном участке. Здесь не проводились совсем никакие гербицидные обработки. Коллеги, давайте повнимательнее посмотрим, что же здесь у нас выросло. Вот она, марь белая, щирица, которая также уже отцвела. На этом участке большое количество горцев, которые уже отцвели и уже здесь образуются семена. Присутствуют злаковые засорители. Опять же, откуда-то у нас вырос клен. Наверное, он не самый страшный сорняк, но тоже повлияет на культуру. Соответственно, большое количество наблюдается вьюнка. Коллеги, участок довольно-таки заросший. Засорение сильное и серьезное. Поэтому нам вдвойне будет интересно посмотреть, что же происходит сейчас на следующем участке, который у нас возделывался по классической технологии. Друзья, ну что ж, пойдемте посмотрим, как выглядит следующий участок, который возделывается по классической технологии. Давайте посмотрим, как раз здесь заканчивается контроль и начинается участок, который был обработан препаратом Garda Gold 70 дней назад. Ну что, давайте посмотрим, что же происходит в рядах. Коллеги, если вы внимательно посмотрите, здесь видно проведение междурядной обработки. Междурядная обработка проводилась из-за того, что на данном участке большое количество вьюнка. Здесь, в этом междуряде, вьюнка практически нет. И с учетом того, что сегодня уже 70-й день после проведенной обработки, эффект от препарата просто изумительный. Если вы посмотрите под растения, здесь практически отсутствуют сорняки. Я напоминаю, это 70-й день после проведенной обработки. Те сорняки, которые появляются, как вы можете видеть, они начинают прорастать в трещинах. Соответственно, экран был нарушен гербицидный, и оттуда начинают прорастать сорняки. Как раз отлично проиллюстрирует мои слова про нарушение экрана. Это растение мари, которое начало расти из трещинки. Соответственно, гербицидный экран был нарушен, препарат уже на поверхности не работал, и из трещины уже начало прорастать растение. Ну что ж, друзья, эффективность по классической технологии препарата Garda Gold, на мой взгляд, идеальна. Пойдемте посмотрим дальше, что происходит на других технологиях. Сейчас мы подошли к участку подсолнечника, который возделывается по технологии Экспресс компании FMC. На этом участке 40 дней назад была проведена обработка препаратом Экспресс в норме 45 грамм на гектар и 35 дней назад препаратом Физилат. Ну что ж, давайте посмотрим в междурядье, как сейчас выглядят сорнячки и непосредственно культура. Так, ну что ж, коллеги, вы все хорошо помните, что на 10-й день после обработки мы наблюдали большое количество растений марии, которая практически не была угнетена. Из-за того, что обработка проводилась в тот момент, когда марь уже была немного переросшая. И мы сказали, что, скорее всего, ее отольет влагой, и она продолжит свою вегетацию.
это и произошло на данном участке. Вот посмотрите, какое количество мари на сегодняшний день здесь на участке. Других сорнячков в нижнем ярусе практически нет. Если мы посмотрим внимательно, мы увидим, что они угнетены. Также злаковых сорняков мы здесь не наблюдаем. Осталась одна марь. Ну что ж, коллеги, теперь давайте пройдемся на другие технологии. Соответственно, у нас впереди остались две производственные системы. Это Клеофилд и Клеофилд Плюс. Что ж, пойдемте посмотрим. Сейчас мы подошли к двум участкам, которые возделывались по технологиям Клеофилд и Клеофилд Плюс. На данный момент на данной площадке обработки проводились препаратом Каптора в норме 1,1 литра на гектар 40 дней назад. Эффективность препарата, как и ожидалось, просто великолепна. Сорняк был практически полностью весь уничтожен. Новые как бы сорняки, которые прорастают, это уже следующая волна. Дальше по участку у нас есть разделительный контроль, где мы сможем как раз посмотреть, какое засорение, опять же, здесь присутствовало. Мы это видели на предыдущем контроле, не будем здесь останавливаться. И перейдем на участочек, который у нас возделывается по производственной системе Клеофилд Плюс. Здесь была обработка препаратом Листега Про. Также норма 1 литр на гектар. Коллеги, ну что ж, эффективность также просто великолепная. Ну, что и следовало ожидать от данных продуктов. Я большой разницы между этими двумя производственными системами на данном участке не увидел. В данный момент ее просто, ну как бы, их не отличить. Скорее всего, это из-за того, что условия года были довольно-таки интересные, и эффективность от данных обработок была максимальна. Какую вам из производственных систем выбрать? Решать, ну, скорее всего, исходя из того себе оборота, который у вас как бы планируется в дальнейшем. Но, повторюсь, на сегодняшний день все поля, которые я встречал, и данный участок обработанный, отработанный по производственной системе Клеофилд и Клеофилд Плюс, выглядят просто великолепно. Ну что ж, коллеги, сегодня мы посмотрели участки, которые возделывались по четырем гербицидным технологиям. Понимаю, что эффективность мы оценили немножко на предыдущих видео. Сейчас мы увидели, как выглядит культура и непосредственно площадка на каждой из технологий. А именно, мы посмотрели технологию классическую, где 70 дней назад была проведена обработка Garda Gold. Эффективность просто великолепная. Мы видели технологию Express Sun компании FMC. Небольшие шероховатости, на которые вы, я думаю, обратили внимание. Но, опять же, решать вам. И две производственные системы Клеофилд и Клеофилд Плюс, которые показали великолепные результаты. На сегодняшний день площадка открыта. Вы можете в любое время зайти к нам на сайт, на страничку полевого города региона Север и записаться на визит для того, чтобы лично убедиться, насколько эффективны работают данные препараты на наших площадках. Коллеги, ждем вас, а теперь счастливо!